Доброе утро. Вас приветствует брокерская компания Kit Finance. Меня зовут Василий Евдокиенко, и мы начинаем наш утренний видеобрифинг «Эспрессо», на котором в течение ближайших 10-15 минут постараемся посмотреть на то, что происходит в мире перед открытием торгов в Москве, поговорим о вариантах открытия, о том, чего ждать от сегодняшнего дня, какова повестка дня и где ждать индексы к завершению сегодняшнего дня. Напоминаю, что «Эспрессо» — это первый из видеобрифингов, которые мы подготовили для вас сегодня. Далее будем идти по нашему стандартному расписанию, с которым вы можете ознакомиться на нашем сайте brokerkf.ru. Сейчас разрешите, я переключу нас на мой рабочий стол, где у меня открыт терминал Bloomberg, и мы с вами пройдемся по внешнему фону перед открытием. До открытия у нас 13 минут. Итак, в Соединенных Штатах мы видим вчера негативную динамику. Индексы попытались пойти вверх, по крайней мере, NASDAQ и S&P 500, Dow сразу вниз пошел. Попытались поторговаться вверху дня, но потом новости о каких-то новых греческих проблемах увели индексы вниз. Покупки сначала поддерживала, ну, в принципе, неплохая макроэкономическая статистика, хотя здесь есть некоторого рода вопросы. Вопросы, связанные с устойчивостью того, в общем-то, неплохого макроэкономического фона, который мы наблюдаем. Дело в том, что вчера вышли данные индекс деловой активности в штате Нью-Йорк от Федерального резервного банка Нью-Йорка. Не в штате Нью-Йорк, а в округе Федерального резервного банка. Это чуть больше, чем штат. Но, тем не менее, вышли эти данные. Важный показатель, важный промышленный регион Соединенных Штатов. И мы увидели продолжающийся рост деловой активности, темпы роста увеличиваются, но начали сокращаться темпы роста в опережающих показателях, особенно это заметно в новых заказах, и это было, ну, скажем, таким неприятным моментом, хотя, с другой стороны, надо отметить, что все-таки это говорит о достаточной силе того состояния, которое мы сейчас наблюдаем. Вчера были опубликованы данные по промышленному производству за январь, и здесь тоже, ну, что называется, плюс-минус. Да, получили ноль, но это как бы не считается, потому что основной минус там был за счет коммунальных услуг, минус 2,5%, плюс немного снижались добычи полезных ископаемых. А обрабатывающее производство, больше всего нас интересующее с точки зрения фондового рынка, обрабатывающие производства продолжали свой рост, но этот рост был сконцентрирован в товарах длительного пользования по-прежнему. То есть это прежде всего автомобили, ну и товары инвестиционного спроса. В товары не длительного пользования этот импульс не переходит, и там мы видели снижение. В общем, рост мы видим неравномерно по всем секторам распределен Соединенных Штатов, тем более, что мы видим, что некоторое замедление у нас есть в потребительских настроениях. В общем, ситуация в целом продолжает оставаться достаточно сильной, я бы сказал так, но есть некоторые «но» по поводу дальнейшего движения. Скорее всего, она сильной останется и в марте, и, возможно, в апреле, но уже появляются первые признаки замедления, а основы какой-то для экономики, наверное, нет. Поэтому это немного нервирует инвесторов. И вчера я говорил о том, что это может привести к тому, что американские рынки, уже неплохо выросшие на хорошей макроэкономической статистике, лягут в боковик, и деньги будут переходить в Европу, где после провального четвертого квартала вроде как отскакивают показатели, в Европу и в развивающиеся рынки, в том числе и в Россию. Будем очень на это надеяться. Это вполне, если так произойдет, то тогда цель 1700 нарисовывается на ближайшие недели, скажем так, на начало апреля. Плюс у нас еще Путина переизберут. Надеюсь, что не сильно будут бунтовать наши оппозиционеры и не будут пугать зарубежных инвесторов. Так, вот такие, на такие размышления меня навел вчерашний день, но тот факт, что мы закрылись внизу, конечно же, не добавляет оптимизма нам на открытии. На этом фоне Азия сейчас торгуется снижением, ну, здесь не катастрофические распродажи, но, тем не менее, очевиден уход от риска, минус 0,5% почти теряет Токио, в Гонконге минус 0,8%, в Шанхае столько же, и... прошу прощения, и, соответственно, в Австралии у нас снижение на 1,5%, достаточно сильное снижение, там в commodities неприятные движения в металлах прежде всего. Так,
То есть динамика отрицательная. Если мы посмотрим на Сидней внутри дня, то мы находимся здесь на минимумах дня, и это, конечно же, неприятно. Давайте еще посмотрим на то, что происходит в Гонконге, и здесь тоже, ну, скорее тоже минимумы дня. Во фьючерсах на американские индексы следующая ситуация. 0,5% после того 0,5%, который потеряли вчера, соответственно, это очень, ну, я бы сказал, неприятная динамика для, соответственно, текущей ситуации. Так, FTSE еще не торгуется, почему-то странно, наверное, у них праздник какой-то. Но, тем не менее, да, так, подождите, что это я смотрю? Это я не туда смотрю, господи. Так, вот фьючерсы, да, 0,5% после половины процента, которые мы видели вчера на закрытии, соответственно, ну, это крайне неприятный факт для сегодняшнего открытия в Москве. Соответственно, FTSE у нас торгуется, да, фьючерс на FTSE 100, и здесь снижение на процент. Это нам говорит о том, что Европа будет открываться очень неприятно. Так, давайте посмотрим теперь на то, что происходит на рынке сырья. На рынке сырья некоторая коррекция в нефти марки Brent, но тем не менее уровни крайне высокие, продолжают оставаться. Политическая нестабильность на Ближнем Востоке гонят цены наверх. 118,78, очень высокие цены на нефть. Соответственно, ну, тут небольшая коррекция, минус 13 сотых с начала дня. WTI также выше 100, 101,52. Соответственно, ну, наверное, это хорошо. Золото у нас почему-то теряет. 17-19, ну, пока в золоте движений больших нет. И минус почти 1,5% теряет медь. Соответственно, ну, очевиден уход от риска сегодня инвесторов. Та же картина у нас и в рынке Форекс. Вверху списка японская иена и американский доллар, против которого нарисованы эти изменения. И, соответственно, евро сейчас теряет почти 0,4, и это, конечно же, плохо. Внутри дня евро выглядит вот так. И здесь мы видим, что мы около минимума дня находимся, и, соответственно, это нам говорит о том, что достаточно сильный сегодня на открытии медведи. Соответственно, сегодня на открытии торгов можно ждать негативной динамики, и, скорее всего, первая половина дня будет проходить под давлением. Уважаемые коллеги, разрешите, я сейчас открою наш традиционный опрос по сегодняшнему дню. Пожалуйста, голосуйте, и через несколько минут мы подведем его итоги. А я пока поговорю про сегодняшние уровни и про повестку дня. Итак, мы видим, что вчера у нас, вопреки моим ожиданиям, день прошел очень бодро, хотя на вечерней сессии уже начали откатываться, но день завершили на достаточно высоких уровнях, и основные объемы проторговали около 15,80, обновили максимумы года. Соответственно, это, ну, позитивные факты, очевидно, да? Сегодня мы видим, что, скорее всего, будут продавцы на сегодня утром, и здесь цели вырисовываются. Соответственно, диапазон 15,65, 15,60, возможно, даже чуть пониже, 15,58, что-то такое. Следующая поддержка, если мы говорим о сегодняшнем дне, 15,50, и вряд ли уж совсем глубже 15,50 мы уйдем, это уже более 2% будет. Наверное, поводов для таких расстройств не будет. Поэтому сегодня я бы ожидал торговли в диапазоне снизу 15, наверное, 60, хотя, возможно, чуть-чуть ниже уйдем. И сверху думаю, что мы вернемся к 15,75, наверное, так, 15,80 в течение дня. Так, вот такие мои ожидания. Ну, то есть, в принципе, я бы ждал торговли во вчерашнем диапазоне, да, то есть это вот, может быть, чуть ниже вчерашнего диапазона, верхняя граница будет. Вот такие мои ожидания на сегодняшний день соответственно, по индексу МВБ. Сейчас разрешите, я открою профиль рынка по индексу МВБ, и мы с вами обсудим
Мы с вами обсудим повестку дня. Итак, повестка дня сегодня формируется в основном в Соединенных Штатах, в Европе. Ну да, там продолжаются эти бесконечные истории про греков, то там все хорошо, то нет, сплошной маниакально-депрессивный психоз. Вот сейчас мы наблюдаем, вчера была маниакальная фаза, сегодня депрессивная. И все это дело все ускоряется и ускоряется по приближению к дедлайну. Дедлайн, напомню, у нас в 20-х числах марта. Тогда либо выдадут грекам новые транши, тогда эта история у нас продлится еще несколько лет, или обанкротят, наконец, греков, и все вздохнут спокойно. И греки, и европейцы, только американцы будут не рады, потому что им придется платить страховки по своим CDS-ам, американским банкам, я имею в виду. Так что я бы пожелал грекам бы обанкротиться, наконец, и прекратить свои страдания. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Основные события будут происходить в Соединенных Штатах, и здесь у нас следующая макроэкономическая статистика выходит. У нас в 17:30 новые, как это называется-то по-русски, Господи помилуй, начало нового строительства и разрешение на строительство, то есть количество новостроек. Соответственно, здесь мы помним, что достаточно сильная ситуация. Вчера индекс деловой активности в секторе жилья обновил новые максимумы посткризисные, и все это говорит о том, что вроде как домостроители нацелились на восстановление своих позиций и очень надеются на программы количественного смягчения, которые будут ориентированы на рынок облигационных бумаг. Соответственно, скорее всего, его запустят где-то около середины года, либо в апреле-мае, либо уже в августе. Но, тем не менее, по году, наверное, имеет смысл домостроителям уже готовиться, и думаю, что это скажется, по крайней мере, на разрешениях. Так что здесь скорее благоприятная статистика. Дальше в 17:30 же выходит индекс цен производителей, но это совсем не интересно. Сейчас цены не стоят на повестке дня, а вот заявки все-таки в центре внимания, потому что достаточно высокие, мы помним, уровни по рынку жилья, по рынку труда были американского, но там Дмитрий подробно об этом говорил. Очень много было вопросов к статистике и к учету сезонных факторов. Заявки, хотя и показывают неплохие уровни, но тем не менее оснований ждать какого-то большого сюрприза приятного, наверное, нет. Поэтому здесь скорее нейтральная тема. И, соответственно, прошу прощения, в 19:00 выходит, наверное, главный индекс этой недели. Это индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии вместе с Федеральным резервным банком Нью-Йорка. Вот вчера, который выходил, по этому индексу можно будет судить о динамике на предстоящей неделе. Мы видели вчера, Нью-Йорк показал рост, и это хорошо. Надеюсь, что и в Филадельфии небольшой рост увидим. Но главный вопрос будет заключаться в опережающих компонентах, в новых заказах и бэклогах. Соответственно, если там будет все не так хорошо, как мы ждали, то, соответственно, Америка, скорее всего, ляжет в такой боковик около тех максимумов, которые она сейчас достигла. И я повторю, это было бы хорошо и для рынка сырья, и для Европы, соответственно, и для России, потому что есть хорошие шансы, что к нам перейдут те деньги, которые встанут в Соединенных Штатах. Поэтому на неделе ожидания скорее благоприятные. Ну и в целом я бы ждал, что большого негатива не будет, а хедлайн-цифры будут скорее позитивные. Так что думаю, что на этих ожиданиях будем подрастать сегодня ближе к концу дня. Соответственно, можно ожидать того, что к концу дня котировки пессимизм начнет развеяться, настроение развернуться, и котировки начнут возвращаться по крайней мере, к нулевым значениям. Так что сегодня я бы голосовал за нулевую динамику. Может быть, даже рискнул на плюс, ну, если смотреть на вечернюю сессию, да. Но, наверное, вряд ли. И все-таки, прошу прощения, все-таки нулевая динамика более вероятна. Коллеги, результаты опроса на ваших экранах. Торговля в России уже началась, мы уже спустились к 15:60, думаю, еще, возможно, чуть ниже пройдемся, но это хорошая поддержка для сегодняшнего дня, и дальше, думаю, будем
колебаться около нижнего нижней части вот этого диапазона, и ближе ко второй половине дня начнем отыгрываться вверх в сторону 70-75, наверное, где-то так. Все, на этом буду завершать наш видеобрифинг. Всем большое спасибо за участие. Увидимся с вами завтра в 9:45. До свидания. Удачных сделок и удачных торгов.